друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в Барселоне, в Испании. Не знал, как начать это видео, но тут появился тромбонист, и я понял, что возле него надо начинать это видео. Так, что-то сверлят, кому-то зубы чинят. Так, мы сейчас отправляемся на гору, которая называется Тибидабо. Тибидабо. Я уже, в принципе, туда ездил, когда был с Дашей, но Диана там не была, поэтому мы сейчас туда быстренько заедем, чтобы она посмотрела эту красоту и, возможно, еще прокатим ее на аттракционе. Да? Тут ты высоко посмотрела на Барселону. Ну, там очень классный вид, мне там очень понравилось. Мы сейчас зайдем в магазин. Если Диана не была на Тибидабо, значит, автоматически и мы не были. Значит, тот раз, когда мы были с Дашей, не считается, да? Не, ну туда просто приехать, что там очень классно. Мы тогда были просто тогда... Мы сами можем вдвоем без вас. Нет, там была плохая погода, и небо было затянуто. А сейчас небо чистое, мне вот интересно тоже. И много времени не занимает поездка туда. В общем, здесь как бы сеть-то одна, вот эта Меркадона, но вот в Каталонии, в Барселоне написано Торонха, а на испанском я учил. А тут на двух, Наранха, по идее, на испанском. А тут, видите, Торонха и Наранха. Это все апельсин обозначает. Короче, на двух языках пишут, хотя это все Испания. Но видите, но в каждом регионе свои языки. Причем мне как для иностранца вообще непонятно. Потому что с трудом запоминаешь этот испанский, а тут приехал в Барселону, и тут вообще все по-другому стало. Вот, аж как-то обидно становится. Ну, получается, на... Да, в школе учат и каталонский, и испанский. Берем бананчики, но бананчики банана пишет, понятно. Так, банана €39 за килограмм. Берем 5 бананов. Потом берем пюрешечку для Ани. Покажи, какую мы пюрешку берем. Фрутовариада. Какая-то такая. Аня такие пюрешки любит, да? Скажи, скажи, я люблю пюрешки, я прям люблю пюрешки есть. Ну не прям, иногда она их ест. А что ты хочешь себе взять? Печеньки. Кого? Я нечаянно зашла в печеньку. А, ты печеньки хочешь себе? Короче, цены в магазине точно такие же, как мы, например, как и у нас. Я вообще езжу по Испании и был в Торревьехе, то есть это, ну, как бы расстояние приличное. Это разные, как это, регионы, разные области, коммунидаты, так это называется. Короче, цены одинаковые. Единственное, вот название здесь на каталонском, там на испанском, ну, либо здесь смесь. Каталонско-испанский. Вот так вот. И на том, и на том написано. Вот так вот. Заехали мы на очень высокую точку, гора Тибидабо. Сейчас выйдем на смотровые площадки, здесь должны открываться красивейшие панорамы. В прошлый раз мы сюда с Дашей заезжали, здесь была платная парковка. Но в этот раз я, получается, тупил в городе и, короче, не туда поворачивал пару раз. И в итоге мы заехали сюда какой-то другой дорогой. И с этой стороны оказывается бесплатная парковка. Вот. Но мест очень мало, нам повезло, было место, мы припарковались. Вот такие дела здесь. Там, я вижу, крепость, там. Да, тут очень много крепостей.
Давай, сади ее в коляску, может. Аня? Сейчас мы подойдем к храму, который стоит на горе. Там красивейший вид открывается. Сейчас как раз чистое небо, ни единого облачка. Видимость должна быть очень классная. Этот храм называется Святого Сердца. Виды здесь просто классные. Если очередей не будет, отправлю Диану вот на этот аттракцион, на смотровую вот эту штучку. Там очень классные виды, мы с Дашей катались. Сегодня здесь очередь. Короче, нужно долго ждать, наверное, потому что тут очень медленно все двигается. Наверное, тебе не повезло. Я не знаю, будешь стоять в очереди? Ну да, тут долго, просто оно так медленно, потом устанавливается, потом пару человек заходит. Да, это, наверное, минут 20, не знаю, может больше надо стоять. Короче, здесь везде очереди. Но здесь, в принципе, и так виды классные, без этих, без колеса обозрения и вот этой штуки. Здесь сделали каток, но он такой, видите, маленький-маленький, малюсенький. Вчера вообще было плюс 20 здесь днем, видите, даже несмотря на такую теплую погоду, каток работает. Сейчас, конечно, попрохладнее, могу даже сейчас сказать, какая точная температура у нас тут. Так, телефон мне показывает 15 градусов тепла. Я бы прокатился вот на таком аттракционе. По-моему, это очень круто. Но там внизу, я смотрю на него, такая огромная очередь. Вот это вообще. Да. Я просто на них смотрю, мне ультра. Ну да. А оно так медленно? Ну, я так понял, медленно, да, это не американские горки. Давайте подойдем сюда, к краю. Вот сейчас видимость очень крутая. Мы только что, вообще сегодня мы объездили весь город, а вот он впереди, храм вот этого Святого Семейства. Это где мы были. Да, мы там были даже, да? А там он еще что-то такое высокое строится. Видимость очень крутая. Вы в прошлый раз были в туманной. Да, сейчас видно все. Здесь очень как хорошо, что я здесь. Ну да. Даша хочет говорить на ту карусель или как? Карусель? Карусель? Карусель. Как правильно говорить? Карусель. Правильно. На ту карусель. Сейчас возьму билетики, пойдем на карусель. Ну, потому что на карусели, так вот, нет очередей. А везде просто гигантские очереди. Ну, потому что сейчас праздники. Даш, только не убегай, чтобы мы тебя не потеряли. Из-за праздников, конечно, наплыв людей, наверное, огромный. Из-за этого цены на жилье очень сильно взлетели здесь. Короче, здесь такая система. Раньше можно было на одной карусели прокатиться. Сейчас сказали, нельзя. Надо чисто купить абонемент и по абонементу кататься. Сказали, нельзя прокатиться. 19 евро стоит абонемент на этом этаже. Поэтому, наверное, вот люди покупают абонементы. И как? Ты покупаешь абонемент и катаешься на всем, хочешь? Чем хочешь, да. Или... Ну, тут видишь, тут просто очереди большие везде. Я не знаю. К сожалению, мы здесь ненадолго, поэтому не будем покупать абонемент. Сюда надо приезжать на целый день и, получается, вот стоять в очередях, чтобы покататься на вот этих всех аттракционах. Вот тут еще такой аттракцион самолет. В общем, здесь надо на целый день приезжать. Мы так приехали чисто на часик сюда. Потому что в Барселоне мы оставаться не будем, мы сегодня уже уезжаем назад.
Сегодня прям цены, я уже говорил, потому что вот праздничные дни цены взлетели за жилье очень сильно. На закате здесь очень красиво, солнце уже скоро сядет, и ну реально очень классно. На рассвете, наверное, тоже классно сюда, но не каждый, наверное, это надо рано встать, ехать сюда. А на закате вот очень круто. Ну что, давайте можем зайти еще вовнутрь, в церковь. Здесь еще так фигуры сделаны, то есть они все смотрят на тебя. Немного прочитали информацию про этот храм. Получается, он состоит из двух храмов. Храм на храме. Сейчас я подойду, вот покажу его снизу. Получается, вот сверху храм, есть вход и есть еще снизу. Вот, мы, получается, пришли к нижней части, к нижнему храму. Сейчас вот я мимо него прохожу. По-моему, с 1902 года началась постройка. По 60-й год. Короче, где-то 60 лет его строили. Вот. Это вход в нижний храм. Так. Это нижний. Здесь написано еще на разных языках. А, вот про храм. Ну что, будем покидать это прекрасное место. Короче, сюда можно приехать на маршруточке. Сюда вот можно приехать и посмотреть. Можно припарковаться платно, можно припарковаться вот бесплатно, как я это сделал. Вот предыдущий раз платно парковался. Можно прийти на аттракционы, можно не ходить на аттракционы. Я, короче, припарковал машину, и мне влепили штраф. Хотя там никаких не было ни знаков, ничего не было. И там где-то 5 машин стояло, и всем влепили штрафы. Вот такие дела. Там в штрафе пишет две суммы. 90 евро и 45 евро. Но в конце 45. Да, в конце 45. Вот. Там поэтому... Пока платят 45. Короче, вот как-то непонятно. А, вот даже, кстати, на паркинг. Вот она, дорога на паркинг была. А я что-то сразу сюда заехал. Вот, поэтому тут как-то вот непонятно. Обычно там знаки есть какие-то, где нельзя парковаться, а тут ни знаков нету, ничего не было, и все стояли припаркованы. Я как бы больше всегда ориентируюсь на местных, то есть смотрю, то есть, ну, если, то есть, ну, я когда пришел, там сколько, ну, машин 10 стояло, когда мы приехали. Думаю, раз стоят, значит, можно. Вот, а когда уже мы выезжали, вот где-то 5 машин осталось, и все со штрафами. Уже вернулись домой. На этой прекрасной ноте наша поездка коротенькая в Барселону заканчивается. Вот, нам было, тебе было один интересно? Диана говорит, ей было интересно, мне тоже было интересно. Вот, я всем желаю счастья, здоровья, самое главное, мира и всего.
всего вам самого-самого хорошего. Огромное спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, если не подписаны. Всем пока. Даша там песни поет на испанском.